наконец-то я собрался с братом на охоту. Он уже там, а я сейчас приеду. Охотиться мы будем вот в этом замечательном месте. Практически на побережье Азовского моря. Поехали. Подписывайся на канал и путешествуй вместе с нами. Славянск на Кубани – это город на юге России в Краснодарском крае. Расположен на берегу реки Протока в дельте реки Кубань, в 68 километрах северо-запада от Краснодара. На сегодняшний день население города насчитывает порядка 70 тысяч жителей. Неподалеку от города находится знаменитый сад «Гигант». Именно сад «Гигант» поставляет яблоки на Международную космическую станцию с 2012 года. 113 тысяч тонн в 2018 году. Был получен рекордный урожай плодов за всю летнюю историю сад «Гигант». Природа, конечно, у нас обалденная. Я так понимаю, что мы уже на подъезде. Вечерку? Да, мы тебя ждем. Звучит как прекрасный план. Сейчас приедет твой брат, надо подключить газон. Бля, он телефон не взял. Так, наши планы немножко поменялись. Мы едем на вечерочку. Опа. Это места дикие, по красному билету. Здесь все серьезно. Для профессионалов. Проходят не все. Сейчас мы уже нас там чуть дальше проедем. Здесь стреляют стрелочек, кстати. Прекрасно. Да, частная территория. Так, давай, ну, может, куски тарелочек валяются. Ну да. Ларгус молодец вообще. Ларгус проходил. Вообще красавец. Ларгус. Там на гиде сейчас даже будет. На Сагоры, брат. Почему же надо было на поджарить, что малого, да, да, взял? Сейчас, да, грязная вся машина. Все. Ну, у меня тоже грязная. И собака будет в машине лежать, сейчас смотри. Вот она, видишь, завис, давай. Да, да, да. Но это хищник завис. Выжидает. Это не утка, это хищник. Выжидает мышу. На ястреба похож. Блин, похоже, что я забрал, что я не вижу, куда сейчас. Потому что места здесь, конечно, просто. Блядь. Тут гусь, блин, налетал сегодня, просто красавец. Но гусь это, блядь, очень сложная птица. Никто не взял гуся сегодня, мы по нему стреляли, но не попали. Очень далеко, очень гибкий, осторожная. Замерзшь тут? Ну, целый день на воде, Вань. Массом шмалишь. Нет, ну, целый день на воде, просто видимо прохладный. Вот, а так вообще в целом все хорошо. Только чай согревает. Только чай, да, и ноги, ноги просто не чувствуешь. Вот, это лебеди, смотри, пошли. Лебедей очень много здесь, очень много. Они прям так орут, прям. Так офигенно вообще. Я смотрю, Владимир, вообще манки такие, да?
Да у него все есть. Ну что, он вообще такой вообще пишет. Прошаренный, да? Прошаренный ездит. Я просто остановился, думал, Дима снимет, блядь, как утки сидят и взлетают, блядь. Вот они вот здесь сидели. Не доезжаем до нашего места, блядь, метров 300. Так. Ты выходишь, заряжаешь ружье, Дима идет. А, блядь. Он поднимутся утки, а Дима будет снимать. Все, блядь. Хорошо. Свой отлично. Выстрел, уток, блядь, и все. Все, отлично, давай, отлично. Хорошо. Если путевка обычно стоит 600 рублей, допустим, вообще будет на весь сезон, то здесь стоит вот до 22 числа 1600. То есть как бы здесь дороже все гораздо. И здесь красный билет. Красный билет, только красный билет, да, здесь. Здесь только элита находится. Места, конечно, офигенные здесь. Сейчас-то еще к воде мы не подошли. Не, вообще кайф. Так, а ты здесь остаешься? Я сейчас подъеду. Все, хорошо, идем. Гусей, конечно, хочешь себе. Гуся бы взять, было бы шикарно. Вон стая, хороший лед. Сделал несколько шагов, провалился вот в эту тину. Вот такие башмаки имею. Ну хорошо, что они непромокаемые. Че, дичи очень много. Чувствую, что вернемся не с пустыми руками. Только что он пролетел косяк. Там просто нереально сколько уток. Я пошел. Да. Я пошел чучела ставить. Поднимается, смотри. Блять, ставит снова. Пошли туда, пойдем. Нему туда вниз. Где? Вон там, видишь, где поворот, самый дальний. Поворот, видишь, дальний. Так. Вот там мы простояли с ним целый день. 16. 16? Да. Подключение. Вот го пошел, видишь, ну это пошел лебедь. Видишь? Вот там стоишь, кунушах. Вот так нельзя стоять, ты стоишь. Никому не будет, чувак. Вот они идут, смотри, брат. Стреляй! Ну, пара на этого хорошая. Хорошо стреляет. Красиво. А?
Да, молодец, красава. Ну это кряклы. Нормальные, хорошие. Тяжеленькие, хорошие. Так, Владимир, что не впустую, да? А? Не впустую. Ну, слабенько, ну что делать? Хорош, она, она вечерка, я тебе интересно хочу сказать. Было. Это редко хорошая вечерка бывает. Трянка, да. Вечерка, она скоротечная. Так, ну что, какой план? Сейчас возвращаемся на базу. Поесть надо, перекусить. Ловца. Давай, перекусим, туда сейчас нарим, да. И будем делать уточку. Шурим чудес варим. Вот кряква с зеленой головой. Вот они, смотрены. Да, это вот это серая утка. Да. Мальчик, это вот девочка. Ага. Это вот кряква где-то есть тут. Подожди, кряква. Кряква есть уточка где-то. Ну почему-то азовскую креветку, которую продают, я ее люблю вообще, блядь, на стаканы, знаешь, ага. Нет. Она мелковая, да это прям реально, блядь, крупная. Да. Это вот другая порода. Вот в Таиланде дофига вот это все, утка прям на каждом углу готовят. У нас как-то больше курица, да? Ну да. А там прям утка популярная. Хорошо, жирненькая такая, да? Да, охеренная. Я не буду мельчить, я не люблю, когда сильно мелко. Вот такими вот, да, ножка, идеально, ножка пусть будет. Аж слюни потекли. Ну, смотри, вообще, когда он уже представил, что он жидкий, прям в морковочке плавающий, там картошечка
и все дела, и прям. Так, высыпай, высыпай. Зашкварчишься. Отлично. И по принципу как... Где лопата? Лопата там, да, осталась? Жар нужен, жара мало. Сейчас вода выкипит, чуть-чуть начнет подрумянивать. Отлично. И можно вот засыпать остальное. Не надо засыпать. А что, поехали, кидаем, да и все. Поехали. И сейчас, только сейчас самый цинус начинается. Самое интересное начинается. Ну там всего две утки, они могут, конечно, быть разного возраста. Дело не в этом. Мы сейчас ее подрежем ножом. Блин. Ну интересно. Да? Запах офигенный. Это волшебство, да. Это основа для нашего великолепного шлюма. Прекрасно вообще. Это же прекрасно. Да. Жалко, что камера не передает вкус, запах. Вот. И я хотел сказать. Так, запускаем картофан. Опа! Отлично. Вот, для... я уже вижу, воды мало, поэтому я сделал кипяток. Мы немножко вот так сделаем. Это кипяток. Накрываем крышкой. Там все отлично. Теперь нам не нужен слабый огонь, нам нужен огонь сильный. Смотри, какая у нас там штука. Может, туда камеру поднести. Там у нас как в топке от паровоза. Отлично. Ну, смотри, вот. Так пройдет? Отлично. И сюда тоже. Вова, так, что мы не запустили? Мы запускаем сейчас перцы. Картошка у нас доваривается. Острый перец. Ай-яй-яй-яй-яй. Не острый, а перец вот этот молотый. Да. Молотый. И ложку, ложку можешь держать? По соли попробуй, пожалуйста. Давай. Чуть-чуть. Я знаю, чуть-чуть это вот. Отлично. И этого будет мало. Поверьте мне. Я не пересолю это. Доверяю. Точно. Все, хорошо. Не пересолю. Это заключительная сессия. Да. Заканчивается вот этим прекрасным. Длинная церемония приготовления этого потрясающего блюда. Блюдо потрясающее, это мы потом продегустируем, да. Вот. Как учил. Великий, о, великий. Блин, как же да. Это выглядит аппетитно, ребята. Выглядит как? Выглядит очень аппетитно. Но. И настаиваем, да? Главное, блин, не иди на улицу. Главное, не перевернуть. Это улица. Да. Обалдеть. Это целая школа, Вася, вообще. Слушай, ну, запах... А прям отменно. Это уточка, ребята, уточка готовая, блин, вообще. Ауф. Я начинаю всегда две картошки, одна морковка и два перца. И мясо побольше. А наступил Новый год, в котором, честно говоря, мне хочется вам пожелать, братьям Горбачевым, чтобы у вас все сложилось. Серое реально вкуснее. Да? Да. Вот, ну просто... Вот этот серый зеленый, он уступает, да? Зеленой головой. Я думаю, немножко да. Да. Хотя считается, что кряковая утка самая вкусная. Ну это как? Ну красивый, конечно. Ну, как в ресторане, да? Где ты здесь? День второй. Проснулись. Сейчас пощипаем утку. Брат уходит, своя жена в воде не хочет. Поедем. Походим, посмотрим, может зайчик возьмем еще.
Ну а если тебе понравилось это видео, ставь лайк, подписывайся на мой канал и путешествуй вместе с нами.